Добрый день, девочки! С вами я, Ирина, и мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня посмотрим с вами якутские серьги. Серебро 925 пробы, безо всяких покрытий, без радирования, без чернения, просто чистое белое серебро. Со временем на ком-то они могут темнеть, желтеть, особенно если вы их не носите, так что учитывайте при покупке, возможно, их придется периодически немножко чистить. Но это как бы свойства серебра, всем известны, поэтому тут никаких вопросов. Почему именно белое и без покрытия? Потому что якуты считают, что именно белое серебро, вот в таком виде, как оно есть, лучше всего защищает женщину от злых духов. А поскольку их серьги, кольца и вообще все украшения несут в себе обережный смысл, в каждом украшении какой-то оберег, поэтому они очень, конечно, щепетильно относятся к этому, поэтому все у них идет без покрытия. Все серьги уже можете посмотреть на сайте. Все выложено на нашем сайте. Ссылочка внизу, nefertitijewelry.ru, в разделе «Серьги», английский замок. Либо можете по поиску искать по артикулу. Все артикулы начинаются SN у этих сережек. И дальше цифра, собственно, артикула. Давайте начнем. Первые вот такие вот у нас великолепные серьги. Это одни из хитов. Их там, по-моему, у нас несколько, около 5 штук. На складе осталось. Очень интересная модель. Здесь вот цветы такие стилизованные, длинненькие серьги. Эта часть подвижная. Вот такая вот прелестная нежность. Замочки не занижены. Вот такая красота. И они достаточно легкие. SN 79, вес 6,17, цена 1700. Показывать буду достаточно быстро, потому что серег у меня около 30. Надо все успеть. Вот такие великолепные серьги. Очень красивые, кто любит крупные. Крупные кольца, крупные серьги. Такие вот круги. Тоже эта часть подвижная. Не занижен замочек. Вот такая вот красота. Эти, конечно, потяжелее. SN 103, вес 12,25, цена 3,350. Вот такие серьги с подвесочками. Эта часть тоже подвижная. Она снимается со швензы. Если вы откроете, все можно снять. Вот такая вот красотища. Потрясающие узоры. Исполнение очень красиво. Можно использовать, если куда-то вам не нужно, допустим, одевать длинные серьги, вы одеваете просто швенс, у вас будет маленькие серьги, и эту часть используете еще и как подвеску. SN 88, вес 10,24, цена 2,800. Так, вот такие сережечки. Кто не любит совсем крупные и очень длинные серьги, вот такая красотища. Нежные такие, маленькие. Эта часть тоже подвижна. Диски с вензелечками. Это SN 75-1, вес 4,65, цена 1250. Не забывайте присматривать не только себе, но еще подарочки на Новый год подругам, родственникам, родственницам, не знаю, сестрам, там кого забыли, потому что вот за вполне недорогую сумму можно приобрести хороший подарок. Здесь замочек чуть-чуть занижен. Вот такой узор на серьгах. Это SN 108, вес 5,04, цена 1500. Ой, прошу прощения. Так, вот такие серьги. Здесь английский замок, не подвесные они. В центре оберег на 4 стороны света. Он повторяется во многих мотивах, в браслетах, в подвесках и так далее. Достаточно крупный замочек. Возможно, у кого маленькие ушки, понадобится вам силиконовая заглушечка. Напишите, я вам положу в посылку. SN 46A, вес 7,84, цена 2,180. И похожие на них, тоже с таким же оберегом, только уже подвесные. Длинненькие серьги. С этим же оберегом. Вот такие диски. Было колечко такое, по-моему, там еще даже есть в каких-то размерах.
На сайте посмотрите, размеры не помню все наизусть. Так, это у нас Серёг артикул SN46, вес 8,78, цена 2,350. Так, один из хитов еще длинные серьги. Бывают в разных вариантах. Сейчас из таких длинных прямоугольных остались только эти. Тоже нижняя часть подвижна. Такие они узорчатые. Так скажем, палочки. SN52.1, вес 5,71, цена 1730. Так, еще одни серьги с подвесочками. Также снимается подвеска. Вот такая красота. Здесь 5 подвесочек. Эту часть открываете, замочек можно снять. Вот такая красота. Очень красивые длинные серьги. Всегда хорошо сидят на ушке, смотрятся. SN41.1, вес 7,64, цена 2000. Смотрите, какая красота. Как говорится, за 2000, как сколько красоты. Ой, как я, говорит, все это богатство люблю. Красоту эту неземную. Вот такая прелесть у нас. С дисками все ажурное. Посмотрите, какая работа. Как тщательно все сделано. Тоже эта часть подвижная. Диск немножко выпуклый. Артикул SN82, вес 602, цена 1700. По поводу размеров, вся ширина, длина, я все на сайте померила. Там в описании к каждому изделию указаны размеры. Все перемерила до миллиметра. Все там есть. И также указано, где, если какие-то серьги снимается, часть подвесная, там тоже все указано. Это вот на миниатюрные ушки, либо, опять же, кто не любит крупные серьги. Базовая модель. Обычно якуты, да, любят серьги покрупнее, но, учитывая пожелания других, все-таки делают вот такие небольшие. SN113, вес 3,2, цена 900 рублей. Так, еще одни диски. Вот такие узорчатые. Тоже очень красиво. По-моему, такие браслеты у нас были. Вот такая красота. Так, артикул SN64.1. Вес 5,38, цена 1550. Вообще, по поводу якутского серебра, выложено все на сайте. То есть нового, до Нового года, я думаю, уже ничего не будет. То есть все, что уже имеем в наличии, все на сайте выложено. Серьги, колье, браслеты, все есть. Потому что даже если мы до Нового года я сделаю заказ, все равно он уже прийти не успеет. Поэтому все заказы, в принципе, уже у нас сейчас. Уже вчера пришло вот 3 посылки. Но я думаю, еще до Нового года 1-2, может быть, придут. Остальные все заказы, и все будет, как всегда, после какого там у нас. В этом году попадает 10 января, рабочий день. Это значит, в лучшем случае, 13-15 начнем работать. Вот. Учитывайте при заказах. Лучше брать то, что в наличии, конечно. Потому что пока заказики придут, это будет долго. SN76.1, вес 4,24, цена 1250. Вот он тоже отличный пример для подарка. Недорого и красиво. Так, покрупнее что-нибудь хочется. Вот такую прелесть. Опять же, наш оберег на 4 стороны света здесь присутствует. Тоже, по-моему, были такие браслеты. И со слейвами эти штучки вот были, такие элементы вставлены. Очень много. Хорошо, якутские украшения хороши тем, что можно все совсем комбинировать, не собирать прям комплекты. SN30, вес 10,9, цена 2,750. Все независимо друг от друга. Хорошо смотрится. Так, вот такие оригинальные серьги. Цветок тоже какой-то напоминает. Очень изящно. Небольшие, в то же время смотрите, как ярко, хорошо смотрится, и узор отличный. Так, артикул SN77.2, вес 5,61, цена 1700.
по заказу можете мне писать и Viber, WhatsApp. Просто, конечно, на сайте у вас оформится все в разы быстрее, чем пока я вам отвечу на Viber, WhatsApp. Кому не успеваю отвечать, девочки, приношу извинения, но у меня даже вот с утра постоянно около 100 сообщений бывает от разных людей. И приходится потихоньку, конечно, всем отвечать. Кому не ответила, ждите или пишите еще раз, не знаю. Все, что по наличию, проще, конечно, на сайте. То, что ваши заказы, это, конечно, лучше Viber, WhatsApp писать. Я заказик запишу в тетрадь, и дальше уже будем с ним работать. Здесь тоже оберег на 4 стороны света. В таком, так скажем, цветочке. Нежненькие серьги, тоже, по-моему, недорогие. SN16, вес 5,4, цена 1500. Так, хочется чего-нибудь квадратненького теперь. Перемешку. Вот, такие серьги еще не привозили ни разу. Прям, так скажем, прямоугольники рулят. Вот такая вот прямоугольная часть. Здесь тоже большой, крупный, так, прямоугольничек, скажем, резной. Даже не знаю, как лучше показать. Вот такая у него подложечка. И сверху на нем еще вот такие вот подвески. Очень оригинально смотрится. Но они тяжеленькие, правда. SN66, вес 12,72, цена 3,480. Ну, очень оригинально. Прям вот. Кто любит уже геометрические какие-то такие формы. Так, ловцы снов. Вот такие небольшие, с перышками. Это из новинок как раз. Браслетики такие были. И вот серьги. Все длинненькое, оно... Все-все-все независимо друг от друга в движении. SN158, вес 5,4, цена 1650. Так, что? А вот такие давайте необычные. Очень прям много ажурности. Вот такая красота. Подвеска тоже съемная. Расстегнете замочек, и будет у вас, собственно, вот такие самостоятельные маленькие серьги. Вот такая узорчатая. Или вот такие крупные, ажурные, с нежными-нежными подвесочками. Артикул SN2, вес 9,23, цена 2,550. Так, хочется чего-то маленького теперь. Небольших кругов. Вот он, оберег на 4 стороны света, который прячется во многих серьгах, браслетах и так далее. Вот небольшие красивые обережные серьги. SN48, вес 4,15, цена 1100. Так, еще не все, еще не серег у меня сегодня. Цветочек у нас здесь такой с подвесочками. Подвесная часть также снимается. Остается одна швензочка. Вот такая вот нежность ажурная. SN24, вес 7,28, цена 2000. Так, овалы двойные. Вот такой овал, здесь цветок, и он объемный. С другой стороны такое же изображение. Получается он такой объем 3D, выпуклый. Когда спереди смотришь, такое ощущение, что изображение прям расширяется. Эта часть тоже подвижная. SN56. Вес 5,94, цена 1800. Маленькие-маленькие, наверное, самые маленькие сегодня сережечки. Но с хорошим замочком. Вот такая вот прелесть миниатюрная. Ну, не столько миниатюрная, здесь около 2 сантиметров. Но, тем не менее, на фоне остальных, да, они кажутся уже прям кнопочками. SN84-2, вес 3,03. Цена 960 рублей. Так. Длинные ажурчики. Вот такие. Смотрите, какая красота. То также часть эта подвижная. Артикул SN109. Вес 4,47. Цена 1400. Диски с полировкой. Полировка сразу прям фокус забивается. Тоже часть подвижненькая.
немножко выпуклые. SN 80, вес 5,99, цена 1600. Так, еще чуть-чуть. Так, вот такие серьги. Здесь немножко еще алмазной грани присутствует по кругу. Как солнышко, видите, блестит. Подвижная вот такая монетка. Это SN 91, вес 5,24, цена 1600. И заключительный на сегодня. Вот такая красота. С цветочком тоже подвижный. Английский замочек. Кто всегда хотел длинненькие серьги, но боялся попробовать, вот можете начать с таких. Они небольшие и длинненькие. SN 93.1, вес 3,65, цена 1150. Давайте еще раз по поводу заказа. Вдруг кто-то смотрит середины. Все данные для заказа в описании к видео. Вайбер, WhatsApp, Instagram, группа ВКонтакте, конечно же, наш сайт. Лучше смотреть на сайте. Это там раздел серебро, серьги, английский замок. Либо искать по поиску там SN и дальше номер понравившихся вам сережек. Либо просто номер можете вводить, поиск там найдет. Можно еще включить поиск компании Saha Design. Тогда он выдаст вам сайт все-все-все украшения от этой компании. Кольца, серьги, все, что там есть в наличии. Я вам желаю приятного вечера. Всех люблю. Пока-пока.